Эй-эй, приветище, дружище, мы снова на ферме слаймов, а точнее, возле телепорта, который не работает. И, по всей видимости, не заработает. Да, все мои надежды обречены улететь в космос, куда-нибудь в другой мир, в другую галактику. Кто-то из вас в комментариях писал, что это конец игры, что очень печально, но после концовки мы все равно можем продолжить играть, потому что у меня много незавершенных дел. Ну и также мне посоветовали забраться на второй этаж вот по этим столпам. Ну, сейчас мы это попробуем. И поехали. Может, там что интересненькое наверху спрятано. Сейчас мы это узнаем. Давай. Вот так вот. На первый забрались, теперь следующий вот этот вот. Ага. Давай, джетпак, рули. Выруливай. Есть, готово. Ну, все, в принципе, мы взобрались на максимальную высоту. Туда мне явно не хватит джетпака. А значит, нужно искать какие-то другие возвышенности. О! Выступ. Он немножечко повыше. Давай-ка на выступ сперва залетим. Вот так. И мне кажется, что мы отсюда уже сможем туда залететь. Сейчас попробуем. Энергии накопилось. Поехали. Давай. Вот сюда. Ну. Вот так вот. Есть. Я на втором этаже. Что здесь? Здесь ничего нету. Одни звезды. Северное сияние. Смотри, как красиво. Какая огромная луна. Просто прекрасное небо. Но мы здесь не за красотами любоваться. Мы здесь в надежде что-нибудь найти. Выше взбираться уж точно нечего. Там невооруженным глазом видно, что ничего нету. Здесь у нас канализация. Это мы вернемся обратно. Блин, неужели возвращаться домой? Многие писали в комментариях, что если я вернусь домой, то игра точно закончится. Пойдут титры и там прочие всякие тексты неинтересные, которые обычно бывают в конце фильмов и мультиков. Воу, я слышу. Смотри. Так, иди сюда, пупс. Есть! Он есть, курица. Да блин! Дружище, сорян, я не хотел, я думал, ты курицу съешь. Это потерь, он что-нибудь выплюнул, нет? Нет, он ничего не выплюнул. Ну вот. Ладно, у нас есть много незавершенных дел, нужно вернуться на другую сторону, потому что мы там не провели разведочку. Опачки, смотри-ка, что это у нас здесь такое. У меня как раз есть фосфорный плор, давай попробуем ему в рот вкинуть. Нет, это не то. Пастернак серебристый нашел, нифига себе. Это, оказывается, морковка. Его стоит воспринимать как богатого, утонченного родственника морковки. Вон, смотри, сколько его тут валяется. Нифига себе, как это я на него так наткнулся-то, чуть случайно. Побродил и наткнулся. Офигеть. Так, у нас здесь есть какой-то проходик, подсвеченный факелами. Пойдем посмотрим, что у нас здесь. Ого, какой длинный туннель. Так, стоп, тихо. Главное не упасть. Ага. Кто в этой пещере проживает? Ого, вот это отверстие. Походу, здесь город был. Мозаичные слаймы. Вы же любите овощи, кстати. По-моему, пастернак вы любите, да? Ну-ка, попробуй. Да, вы пастернак любите. А знаете, что я хочу проверить? Я хочу попробовать квантовому слаймику скормить мозаичный плорт. Посмотрим, что будет. Воу. Какой он интересный стал. Дружище, как у тебя дела? Кстати, между прочим, он относительно спокойный. Он даже не взрывается, как те у меня домашние. Ага. Я этот цветочек помню. Это я, значит, возвращаюсь назад. Ну вот мы и вернулись туда, откуда и начинали. Мы здесь решали, куда пойдем. Туда, либо вон туда. Хочу слетать вон туда, посмотреть, что у нас там. Полетели. Точно, здесь у нас мозаичный гордо сидит. Эй, гордо. А что ты там скрываешь за собой, а? Да, там есть проходик куда-то. Значит, мне нужно посадить пастернак. И в конечном итоге его бомбануть этим самым пастернаком. Ладненько. А вот там вот у нас что? Там у нас опасная зона нарисована. Люблю опасности, так что пошли быстренько проверим, что у нас там. Смотри-ка, там у нас пастернак растет. Сейчас мы его соберем. А, он еще не дорос. О, здорово, ты что такой злой? Это твой пастернак, что ли, да? Я его хотел отсюда стащить, а ты разозлился. Так, еще один злой слаймик. Уходите, ребята. Я с вами не собираюсь воевать. Я с добрыми намерениями пришел. Хочу посмотреть, что здесь вообще такое. Опачки, смотри-ка, закрытая дверь. Значит, это явно еще не концовка. Здесь есть на что посмотреть. Да, значит, мозаичного города нам точно надо бомбануть. У него, значит, ключик спрятан. Ну что ж, здесь мы все разведали. Возвращаемся домой. Надеюсь, что там титров сейчас не будет. Я дома. Так, вроде бы титров пока нету, это хорошечно. Пойду-ка зайду домой, мне там письмецо пришло.
Так, звездная почта. Ну, здесь ничего интересного. Зато у меня есть, что купить в премиальном клубе. А это раскрас моего дома. Снова. Обновление зарослей. 25 тысяч монет. У меня пока нет таких денег. Подождем. В этот день Беатрикс предалась размышлениям. Она думала о Гопсе и о Торе, а также о приключениях, которые она пережила при разведке беспредельного запределья. Но больше всего она думала о Кейси и спрашивала себя, куда еще забросит ее судьба. Да ладно, это все-таки концовка, что ли? О, ну вот. Директор игры, Ник Попович. Мы улетаем в космос вдаль, чтоб раскрывать миры. И прочую борды всякие вот такие. Блин, ладно, ладно, хватит, короче, смотреть на эту заставку. Все, хватит, ребят, пустите меня обратно. Вы что, издеваетесь, мне эту заставку всю до конца надо будет смотреть? О, это же я. Здорово. Здорово себе. Передаю привет планете Земля. Каждому первопроходцу на новом рубеже. Будь храбр, будь смел, оставайся в движении. Ей, достижение, разблокирование, приключения продолжаются. Юху! 51-й день, и мы продолжаем жить в этом прекрасном мире. О, кстати, письмецо пришло. Но мы это потом прочитаем. А сперва мне нужно посадить пастернак серебристый. Так, здесь я убрал дерево с клубникой и посажу здесь пастернак. Потому что клубника у меня растет дома, и мне два дерева с клубникой больше не нужны. Пришло время бомбануть того мозаичного города. Юху! Я набрал с собой 15 пастернака, 20 морковок. Но прежде я хочу кое-что проверить. Я тут бегал-бегал и вспомнил вот про эту статую. Куда можно вставить вот такой вот вьюнок-плорт. Попробуем. Да. Значит так, по всей видимости, где-то еще должно быть две такие статуи. Давай-ка их найдем. Вижу еще один, смотри-ка, он где спрятался. Долетит, не долетит. Есть, попал! Вот это я снайпер. Ах ты негодяй, я тебя уже ищу тут два дня, ты вот где спрятался. Вон он где. За вот такой вот огроменной статуей слайма спрятался вот такой вот маленький. Ну что ж, давай заведем. Вот так вот. Ну все, вроде бы тот фонтан должен был активироваться. Фонтанище, ты открылся. Ну-ка. О, да, все работает, отлично. Пойдем поливать цветки. Ну вот, цветки жизни здесь вроде бы распустили. И что-то как-то погода разбушевалась. Ладно, все, пошли кормить мозаичного города. Ну вот мы и пришли. Вон он наш города, сейчас мы будем его кормить. Поехали. Здрасте, мордасти. Ловите ваш прекрасный пастернак серебристый. Оу-оу-оу, как ты подрос. Ты все отверстие заполнил собой, жрабас. Ну, давай лопайся уже. Юху! А ключик? Есть ключик! Отлично! Что в этих коробочках у нас? Давай разобьем. Скучно. Скучно. О, ресурсы, то что надо. Смотри, какой ресурс. Давай-ка заберем. Лавовый пепел. О, так это нужно для поддержания жизни наших огненных слаймиков. Так, а это у нас что такое? Жужжащий воск. А, ну понятно. Ладно, давай посмотрим, что же скрывал наш мозаичный город вот здесь. Вот что это такое у нас? Ого, здесь вроде как можно ходить. Ребятки, вы только не прыгайте туда вниз. Там опасненько вроде как. А что у нас тут? А здесь... А, так погоди, это мы сверху нашего оазиса облагороженного. Вон там мой телепорт, он светится. Та-ра-та-та, как высоко я лечу. Сейчас нитро закончится, я расшибюсь в лепёху. Ух. Не, пока живой. Ладно, бежим к двери. Ну, наконец-то, вот она, эта дверка заветная. Что ж там спряталась? Ну-ка, открывайся. Показывай нам свое тайное содержимое. Так. Эй, ребята. Блин, да ладно вам. Это я вернулся обратно. А почему я раньше эту дверь не замечал? Вообще не понимаю. Ну вот, я-то думал, тут тайны какие-то сокрыты. Ладно, давай тогда водичку возьмем и польем там местный
цветок жизни. Я наконец понял, что это за статуя слайма. Это же Дербиш. Смотри, у него вот такая юбка. Это по-любому он. Ну-ка, давай попробуем. О, да, точно это он. Осталось только найти еще две статуи и активировать их. Так, вот она, эта чаша, которую активирует Дербиш Плорты. Где у нас еще могут быть статуи? О, вон она, сразу же увидел ее. Так, сейчас активируем. Ай! Воу! Нифига себе, как быстро! Да вы чего? Как так вообще произошло? Не было же только что ничего. Так, активируем. Все, валим отсюда нафиг. Пуканы так подожгло мне. Последняя статуя, где ты можешь быть? Смотри-ка, вот она эта чаша. А вон она статуя. Последняя статуя, интересно, допульну я до нее или нет? Давай-ка попробуем. Опа, нет, не допульну. Я понял, это не прокатит. Значит, сделаем вот так вот. Взлетаем. Тун-т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 ун. Джеймс Бонд отдыхает. Вот так вот. Ну что, все, фонтан заработал, зафурычил, отлично. Давай наполняем свои бокалы и пошли поливать цветки жизни. Цветок. Держи. Воу, а ты видел, как вара одного деревца так в космос упульнула? Так, вот я наконец-то вернулся дома. Многие в комментариях писали, что если я возьму задание у какого-то там чувака, он мне вроде бы как подарит какого-то слайма или укажет на место, где находятся какие-то интересные слаймы. Так что давай попробуем позвонить по скайпу. Алло, Моти Мейлз. Мне нужны эти плорты, Шемитон, что бы это ни значило. Вау, какая серьезная мадам. Значит так, это Дервиш слайм, это радиоактивный слайм, а это мозаичный. Ой, ну это ерунда вообще. Так, пожалуйста, вот, вот вам... радиоактивных два штуки. Вот вам Дербиш один и вот вам мозаичный. Есть! Обмен наспех! Огонь! Так, кучу всего мне дали. Блин, ну вот, намусорили, теперь собирать нужно. Ладно. О, смотри, какой звонок. Давай попробуем. Да ладно, дистанционный обмен офлайн. Не работает нифига, не фурычит. Ну вот. Пойду посплю. Может, починят к утру. Вырубаемся спать. Доброе утро, страна! О, посети поместье Моти. Моти Майлз предложил тебе работу в своем поместье. Войди в телепорт в гроте, чтобы получить больше информации. Так, значит, мне нужно войти в телепорт в гроте. Окей. Сейчас я тут только приберусь немножечко. А то это Моти мне тут все нам нафурыхало сюда фруктов. Так, куда бы это все дело раскидать-то, скормить кому бы. Все, Моти. Моти, я бегу. Я все здесь закончил со своей уборкой. Так, о. Новый телепорт. Ну, давай посмотрим, куда это меня. Воу! Что это такое? Капец-капецкий, куда идти? Поместье Моти. Безусловно, самое потрясающее место. Здесь только все... Так, это закрыто. Я понял это. Туда нельзя. Значит, пойдем сюда. Моти! Моти, где ты? Смотри-ка, скайп заработал. Здесь можно позвонить, а там у меня дома нельзя. Ох, какое интересное местечко, сколько здесь всего... О, еще один телепорт куда-то. А это что у нас? Подожди. А где Моти-то? Наверное, надо позвонить по скайпу, давай позвоним. Алло, Моти. Итак, ты наконец-то решил прийти. Так как время нас уже поджимает, я приду к самой сути. Ты находишься в одном из моих владений, на окраине Шустрой долины, которая является единственным известным местом обитания очень редкого ртутного слайма. О, редкие слаймы, это я обожаю. И все, что ты здесь видишь, моя собственность. И это значит, я единственная, кто извлекает выгоду из этих ртутных плортов, что производит Шустрая долина. Блестяще, я знаю. Сбор ртутных плортов – это весьма сложное задание. Только такие подготовленные профи, как я, могут справиться с этим. Но я крайне занята, так как мне надо управлять ранчо. А к тому же еще и решать массу дел в бизнесе Miles Tech на земле. Итак, тебе надо туда пробраться и кое-что для меня выполнить. Конечно же, ты получишь вознаграждение. Мы ведь хотим, чтобы ты была счастливой работающей пчелкой. Вот еще о чем размечтались, блин. Ртутные слаймы Шустрой долины бездействуют, пока ты не активируешь генератор, который даст сигнал и заставит их двигаться. Но этот генератор работает лишь некоторое время, после чего ему нужно перезарядиться. Ртутные слаймы питаются электричеством, и так как они чересчур быстры, единственный способ снабдить их – это выстрелить в них вкусным разрядом из твоего вакуумного ранца. Но не беспокойся по поводу сбора плортов. Я снабдила долину технологией Майлз, которая будет собирать их за тебя. За каждые 10 ртутных плортов, которые ты принесешь, я дам тебе часть твоего вознаграждения. Соберешь их достаточно для меня, получишь еще больше награды.
Как же ты много болтаешь, ой-ой-ой-ой-ой. Оу, смотри, как у меня пушка апгрейдилась. Ху-ху. Ну вот, кажется, кое-что новенькое началось. Ну а что именно, мы узнаем в следующей серии, потому что мне сейчас нужно хорошенько выспаться и подготовиться, чтобы поймать ртутных слаймов. Как мы выяснили с тобой, эти ртутные слаймы, они очень шустрые, когда активируется какой-то генератор. Так что я лучше пойду подготовлюсь. Вот. Ну а если тебе понравилось, тебя лайкосик под видосик, а также оставь свой комментосик. И не забудь подписаться на канал, если ты еще не подписан, чтобы не пропустить следующего крутого видосика по слаймам. Ну или по Роблоксу, что ты больше любишь, я не знаю. Вот, вроде все сказал. Все, покеда, до свидос, адиос, аригатос. Ой, не то сказал. Ну, в общем, все. Тебе удачки, пока и до нового видосика. Юху!